Ну это, я тебя очень жду, но мы в прошлой серии пробрались в музей. Ну, кто-то пробрался, но этого никто не увидит. Ты же записываешь, я так понимаю. Ну, нет еще. Ну так начинай. Ну, сейчас у меня прогрузка. Ну, пофиг, с нее начни. Вот. Вот. Там, кстати, дальше тоже опять плыть, слушай. Друже. Ну, круто, чё? Ну ладно, всем привет скажи, и все. Да, всем привет. Короче, у меня там файлы потерялись какие-то странные. И из-за этого вы много чего пропустили. Во-первых... Короче говоря, он просто продал свою часовую запись кому-то, и поэтому... Поэтому вы ее не увидите. Вот, короче... Чё я хотел сказать? А, значит, чё, мы тут пробрались под музей, мы сейчас под музеем, мы сейчас пытаемся пробраться на территорию... На ну, может, когда я поплыву, ты это всё расскажешь, и всё равно в этот момент молчать буду. Давай. Вот, значит, мы пробираемся сейчас на территорию. Что нового? Что нового? Получил несколько уровней, и Дес мне подогнал какую-то кирку с офигительным уроном. Я не знаю... О, рыбки, круто. Нам походу сюда. А какая разница поверху или по низу, блин? Так, нам туда. Давай. Мы должны успеть. Вот, кирка, короче, очень офигенная. Ломает башни круче, чем этот. Катана. Так. Хорош мычать. Блин, ну в целом, кстати, даже... Я выдержал. Вот. Мой только что персонаж начал дышать раньше, чем вынырнул. Идиот. Он силу рыбы. Силу рыбы. Кровь, кровище. Я, короче, подкрутил настройки, теперь у меня... Хорошие максимальные настроечки. Mm-hmm. Ну как максимально? Высокие. Высокие. Mm-hmm. Надеюсь, есть разница. Mm-hmm. Хотя особо я не вижу. Mm-hmm. И так все красиво. Как было, так и осталось. Mm-hmm. Блин, вы даже не представляете, как здорово, когда Дес молчит. Mm-hmm. Когда его не слышно. Mm-hmm. Как будто чаю хлебнул по полной. И ничего ответить не может. Надо почаще в воде плавать вместе с ним. Иди с тунцом позанимайся. God. Тебе полезно. My lungs. Да. Не, ну, кстати, я нормально, например... Ты бы это видел просто. О, боже, что ты... Я вешу. Боже. Что там такое? Надо будет потом посмотреть. Нам сюда. Так. В целом я разобрался лично. Да твою ж! Что случилось? Моя рука. Ну, нас, короче, опять проглючило. Ты дебил просто. Трой. I hear you. I'm in. That was the easiest part of this. You realize that, right? You really suck at pep talks, Troy. Not my job. But good luck. Thank you.
Ты особо-то не спеши. Хрена я! Чувак! Я застрял! Иди сюда! Я вижу, ты там за решеткой. Как так-то? Иди по городу побегай. Не могу, я даже встать не могу. Убей себя. Блин, кинь. Почему вот я абсолютно в каждой игре нахожу какие-нибудь лаги, баги и глюки? Да. Может убить тебя? Только как? Гранату туда закинуть. Так у меня нет гранат. У тебя есть C4? Кстати, да. Сейчас, секундочку. Чертежи. Ну это писец просто. Так. Коктейли Молотова там накидай. Вот, да-да. У меня как раз коктейльчики вроде там где-то должны были быть. Инвентарь. Коктейльчики. Ня-н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 я. Как ты долго живешь? Ну, кстати, да. Я буду ржать, если я здесь же появлюсь. Чувак, ты, у тебя 30 секунд, чтобы спасти меня. Сейчас, сейчас. Сейчас я успею, да? Я сейчас. Смогу. Секунду, секунду. Я смогу, я верю. У меня это точно получится. Чертежи, коктейль Молотова. Сейчас я тебе микстуру сделаю. О, нет, я умер. Целебно. О, офигеть, 4К. 4К. Ну, это тебе... Это... За баг 4К. Да, такой, а, ты нашел наш баг, на, сволочь, да? Угу. Это где? Ну, как ты далеко. Я тут рядом, в принципе, можно сказать. Вот так вот. Вот так вот. Ты видал, я по ней пробежал просто. Оу, тихо. А, это было больно. Тебя еще и закоцало. Ну так это было больно. Так, а нам вот сюда. Оу, тихо. Ой, они нас видят. Черт. Ну. Молодец. Я еще упал. И умер. Да. Да, причем я, кстати. Так ты чё, я бы тебя воскресил? Так, а я не нажимал, что самое смешное. Я лежу, мне написано, типа, вы можете нажать бла-бла-бла, и потом раз, и я уже мертвый. Вы можете нажать бла-бла-бла. Я так понимаю, ты бла-бла-бла нажал, да? Нет, я не нажимал, в том-то и прикол. Не нажимал бла-бла-бла, да? Ну ладно. У меня, походу, после этого какой-то глюк опять. Да не. Погоди, не спеши. Я территорию обыскиваю. Так. Вдруг что-нибудь есть? Кью тебе на чё? Так я... Киюшкой я осматриваю. Все, ладно, нам дальше сюда. Что-то я как тупанул, когда там падал. Ха, доги в друзья добавляют. Тихо ты. We meet again. The last time we met, you took something of mine. Now I took something of yours. I don't negotiate with assholes, Rice. I get out of here with Jade, or I take your other hand too. Your choice. You cannot simply demand to have her, Crane. You must make a showing of effort first. Attack! Твою ж мать. Ну, я думаю, что мы с ними разберемся. Минус один. Слышь, кто следующий? Говорю? Да срать! Потом. Это не имеет значения для сюжета. Так, давай, чувак, давай. Мы должны их повалить. Is that the best you got, Rise? Все? I can do this all fucking day! Ну, пока, да. Сейчас еще что-нибудь. Сверху. Какой сверху? Где-то над нами. Снизу. А, нет, кстати, как снизу-то? Кстати, да, сверху. О, набор по часа. Воу. Че по мне так шмаляет? Откуда? Откуда? Где-то вот отсюда. Минус. Нет, я ж сверху вроде его грохнул. А вон он. Все, минус. Еще сверху. Ой,
А, кстати, у нас же есть. Только вот она не работает. Вы истощены и не можете использовать кошку. Да-да. Я это тоже заметил. А пофигу, я и так наверх поднялся. Я тоже. Нам тем более сюда, собственно, и надо. Опа, стой. И чё я должен был стоять? Так они там стояли, я думал, можно их без палева. Вот так их можно было без палева рвануть. Молодец какой. На, я тебя подлечил за это. Так, ладно. Чё, всё? Давай, открываем. Такие, мужики такие, давай. Да что? Тебя! А почему мы это не слышим? Ты тоже что это не слышал? Что не слышал? Ну типа, найди ее, Крейн, бла-бла-бла. Нет, у меня было. Ну зашибись просто. А. Я так думаю, что нам где-то... Понизу. Ну, как вариант, да. Таки особо-то не беги. Я пока винтовки только собираю, хожу. Да сколько в него патронов надо выпустить было? Так, давай шустрее, а то мы, я так понимаю, здесь на время. Ох, мать твою! Так, окошки нет, да? Зато вот это есть. А у меня нету. О, что за кровь? А. Ладно, делаем вот так. Ну, хорошо. Ой. Чувак. Надо чувак, ты где? Дед. Быстрей. Так... Я ж там прорубил полпути до тебя. Кинь просто ловушку, чё ты тупишь-то? Да у меня, я не знаю, где они. Ну, короче, понятно, я умер. 10 секунд. Не, не умер, надо же. Да иди нафиг. Да хорош, слушай, они прям вообще меня загрызли. Блин. Мой, ты тоже? Или как там? Нет, терпи. Ну так ты до меня доберись, хотя бы. Так терпи. Так 10, 9, 8, 7, 6, 5, да шучу, 18, 15, 14, 13. 11, что ты их реально здесь до хрена просто? Это просто эпично. Эпично. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Сейчас я со стрелками разберусь. Да в попу стрелков, давай. Сколько? 7, 5. Давай. У меня ловушки кончились. 4, 3, 2. Все. Не успел ты меня поднять. А, блин. Я уже юзал, кстати. Там, кстати, можно через верх пробежать как-то. Ну окей. Стой, подожди, не беги пока. Да пошло оно. Там уже есть это, толкучка, расталкивается. Что-то я не использовал. Я сейчас просто пытаюсь осознавать то, что по факту-то. По факту-то все легко оказывается. Да, по факту-то я стрелка только что зафигарил. Давай ко мне. Сейчас.
Где ты там, кстати? А, ты на крыше? Ну так иди сюда, чё ты фигней страдаешь? Я думал, ты где-то там, блин. Так я думал, стекла бьются, а они не бьются. Нормально, ладно. Так, надо как-то аккуратно туда спуститься. Да, можно и неаккуратно. Ну, так, вот так, нам убить их все равно надо. Дай добью хоть кого-нибудь. Ну хорош, чувак, говорю, дай добью хоть кого-нибудь. Это всех там убил, блин. Ни хрена не интересно. Да твою мать! Че у тебя? Да у меня рука опять. Какая рука? Проехали потом, давай идем. А, это? Все, молчи. Джейд! О, черт! О, черт, что они сделали тебе? Fine, Crane. Tahir knocked me over the head before he dumped me in here. Just give me a minute. I'll be right as rain. You do not have the luxury of a minute, Scorpion. In fact, what little time you have, you owe to me. Thanks to your repair of my antennas, Crane, I've listened to every word any of you have said. How do you suppose I found you, Miss Aldemir? Or the good Dr. Camden? How do you think I broke the connection between the sectors? I am the director of this film. And now that I have Zera's research, the GRE will do as I command, which renders the two of you useless. Tahir! You took offense, Crane, as I recall, at being referred to as a trained monkey. Какой попу состязание? But look at you now, dancing for our amusement. Так. Главное не дать, чтобы ее кусали, наверное. А то, блин, ее еще убьют, не дай бог, слышишь? Да в попу твои патроны. У нас, блин, мачете есть. Да, и не да, одно. Она сама тут. Мочит всех. Come on, Jade, let's get out of here. Давай, действительно, Джейд, убираемся. Ой, я тебя, кстати, победил. Ну иди сюда. 3 километра. О, Джейд, Джейд, are you hurt? They didn't bite you, did they? I'm fine, just give me a second. Sweet little Jade is far from fine, Crane. She was bitten and infected hours ago. How noble of her to try and hide it from you. Biter got me on the leg. You didn't need to know. Once again, you find yourself with a choice, Crane. Your precious scorpion is about to turn. But so are you. Who will receive the antazy? Who has a hope of living through this encounter? Ну чё, ей вколем. Jade, here, you take this. No. No, come on. Listen, I've still got some in my system. You need this worse than I do. Crane, I just want you to promise me one thing. When the time comes, you're the one who takes me out. What? No, I... Promise me! Jade, I can't... У меня такое дикое чувство, что в конце мы сможем перебороть и будем использовать это как способность. Было бы прикольно. Crane, can you hear me? Jade, where are you? Jade? Так. Ну, что-то как-то... Мне не нравится то, что сейчас происходит. Нам, видимо, сюда. А, нет, вот, нам сюда. Дес, дес, дес. Crane, can you hear me? Нам сюда. Или сюда. Сюда. Здесь тоже двери есть. О, мы в своем бреду, чувак. Чувак, чувак, мы в своем бреду застряли. Jade, where are you? Jade? Да потому что комнаты повторяются. А Джейд исчезла. А-а. Мы опять в одной и той же комнате бродим. Думаешь? Да. Проблема в том, что я ее слушаю, там открывается дверь. Угу.
Not everybody would have offered that vial the way you did. Ты видел, да, как только что текстуры поднялись? Вон, поднимается все. Я вижу. Оу! Просто эпик. Чё? Окей. Я упал вниз. Я не знал, что здесь можно прыгать и нужно прыгать. Может, можно просто спускаться. О, ребенок. Так, вот я не знаю, где ты, но вот здесь на лесенках поаккуратнее на всякий случай, а то мало ли грохнешься еще. Так, а ящик можно открыть? Нет, нельзя? Ну ладно. But I realized it was time for Amir. It was time for him to go. Ух ты ж, самолет летит. Жесть. Нормально. Странная какая-то игра. Ох, Мишка. Everybody's life is finite, Crane. You can't deny it. It's pointless. Ну да. А, зомби учатся в школе, круто. А, да какого, блин, какого фига я опять падаю? И что тебе за это делается? Ничего? Ничего не делается, но, блин, я падаю. Погодь, короче. Ты перепрыгнул там? Да. Погоди. Хоть. Вот, отлично. We get here. Опять исчезло. And eventually we die. Там, короче, на меня чувак только что набросился, но я думаю, ты видел, наверное. Я увидел только, как он уже... Понятно. Короче, мы сейчас видим все, что было в нашей... В нашей жизни. Воу-воу-воу! Мостик. Короче говоря, Джейд нам весь мозг получит сейчас. Походу, она просто оттягивает время, чтобы... Чтобы не знаю что. Но мне это в любом случае не нравится. Amir's life counted, and now he's gone. Rahim's life counted, and now he's gone. If sacrificing my life means saving everyone in Haran, then that's what I want to do. Ни хрена не так. Ты можешь спокойно выжить. Ах, как это было громко. Воу-воу-воу! Тебя тоже оттянуло, да? Я думал, что мы сейчас грохнемся, и мы типа не туда куда-нибудь прыгнули. О, вот это вот я не люблю. О, прикольно. Не отнимай у меня этого права. Так, короче. Да ладно! Чё, не попал? Ща, погодь, короче. Да не, там не в этом смысле. I struggled and I fought, and I worked, and worked, and worked. Там дело не попало, я почему-то не повернулся, но при этом прыгнул. I became a champion. I became the scorpion. I left my mark on the world. It's my time now, Crane. You can't save me. You've got to let me save you. Let me save you. Да мы выживем и так, ё-моё, я верю в это. Чувак, подтверди же, мы выживем. Конечно. У нас это, бессмертие, мы игроки. Мы сдохнуть как бы вообще не можем. Эй, здесь трубу можно подобрать. Но у меня заполненный инвентарь. Так, нам походу, кстати, на тоже подожженной веревочки. Ну зашибись просто. О-о-о-о! Get the door open! Понятно. Все, молчим.
No. God damn it, no, don't make me do this! Oh no. Oh God, Jade, what was that? I'm so sorry. I didn't mean to. One of us has to live, Kyle. You just remember what you promised me. All of this, and still you had your choice made for you. Disappointing, Crane. You and you, get in there and kill them. Блин, ну можно было дозу разделить как-то, не знаю. Адам! Твою мать. The natural order of things, Crane. Kill or be killed. Eat or be eaten. Быстро. Goodbye, Jade. Знаешь, друже, у меня есть одно желание. Отрубить у этого дока парочку рук и ног. Гон здоровый. Да, вот только у нас кроме обычного мачете ничего нет. Зато мы вдвоем. Пока он... Давай, ты нападаешь, а я добиваю. Готов, тварь. Jade lost her life for this thing. It's just lying on the floor. I guess Rice must have dropped it when he was trying not to get shot, huh? Oh, shit, this is just the tissue samples. Where's the other package? Go to hell, Crane. Wow, Tahir. You know, you're looking pretty fucked up, huh? Yeah, those don't look like the kinds of wounds you recover from. So, then kill me. No, I shouldn't. I should just leave you here to suffer. That's what you deserve. Yes? Then why don't you? Because you're not the kind of loose end you leave untied. Oh. Ну, я с ним как бы полностью согласен. Troy, it's Crane. Crane? You're alive. Troy, Jade. Jade's dead. Oh. I'm sorry. I'm really sorry, Crane. I mean it. What happened? Rise. He forced us to... Jade saved my life, Troy. Again. She died... saving me. Crane, you've still got to call off the ministry. That's why Jade sacrificed herself, so you could do this. So you could save the rest of us. Is Savvy there? Has he figured out how to get a message through? Yes, but to do it, you need to meet me. I have to give you an amplifier that Savvy says can help us break through the signal jamming. I'll wait for you in the safe zone, halfway to the antenna, where you'll need to mount the amp. Okay, Troy, on my way. Ладно, пойдем мстить за нее, че? Пошли вы. Да, хочу получить все обратно.
Так. Что я могу тебе сказать? Печаль, чувак. Ты как там? Держишься еще? Да, нормально все. Так, а у нас, кстати, пистолет Райс есть. Который, кстати, сказать, ни хрена себе крут. У него урон, блин, больше, чем у винтовки. 373. 375 аж. Так. О, не дали этот костюм. Все, пойдем.